Добре бачити важливо для кожної людини. З появою гаджетів ми втрачаємо зір. Як же не втратити його остаточно? Саме про це будемо запитувати у лікарки, яка прийшла вже до нашої студії. Це Світлана Устименко, генеральна директорка КП Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня, заслужена лікарка України, лікарка вищої категорії. Отож, пані Світлано, справді люди зараз багато втрачають, коли не бачать. І не бачать вони вже сформовані. Тобто це не підлітки, яким ще, можливо, є час так виправити зір. А це вже дорослі люди, у яких нібито не повинно бути ніяких проблем. Так от, що зараз? Що відбувається? Що відбувається? З вашого дозволу я буду російською мовою відповідати. В мірі зріння – це одне з п'яти чувств чоловіка, і, в принципі, 90% інформації ми отримуємо зі зрінням. И это так важно, что создано под эгидой Всемирной организации охраны здоровья, созданы дни, недели охраны зрения, будь то глаукома, очень сложное заболевание. Сейчас Всемирный день охраны зрения отмечают каждый второй четверг октября. И не просто это какой-то день, а это глобальные программы под эгидой ВОЗ, потому что на сегодня в мире только 37 миллионов людей слепы остаточно. То есть, это, представьте, 37 городов Днепропетровска – это полностью слепые люди, ходят по планете. А еще не можно ничего заработать? Это полностью слепые люди. Люди, которые имеют проблемы со зрением на сегодня, по сегодняшним данным ВОЗа, это 2 миллиарда человек на планете. 2 миллиарда. То есть из 7 живущих миллиардов, 2 миллиарда – это проблемы людей, проблемы со зрением. В вашей студии был сейчас Евгений Николаевич Марцинник, большой специалист, эндокринолог, и он много посвятил проблеме сахарного диабета. Я вот чуть-чуть отодвинусь в сторону. В мире 8 миллионов человек слепые от осложнений по сахарному диабету. Мы не говорим сейчас, есть сниженное зрение, очень низкое зрение, проблемы со зрением. Так вот, проблемы со зрением у 2 миллиардов человек. 240 миллионов имеют плохое зрение по разным патологиям, и 37 миллионов слепые. Из этих 37 миллионов 8 миллионов – это слепые от осложнений сахарного диабета. Все это можно предотвратить, если следовать тем советам, которые давал Евгений Николаевич, очень таким простым, доступным. Основное – это всегда, если повышенные сахара, нужно наблюдаться у эндокринолога и следовать тем рекомендациям, которые они ведут. Потому что правильное наблюдение у эндокринолога, контроль за сахарами даст возможность выйти без осложнений, без глазных осложнений. Угу. Сахарного диабета. Так, справді, дуже важлива тема. А окрім того, що, як, от, наприклад, у вас вже сталося у вашому житті, так, тобто ви вже розумієте, що є цукровий діабет, є ще люди, які не страждають. Безусловно. Так? Это самая большая часть людей, которые не страдают на сахарный диабет, есть сниженная острота зрения. Это мы начинаем от детского возраста, от школьной близорукости и до любого возраста уже, скажем так. Если мы разделим на возрастные группы, то получается детский возраст, детский подростковый возраст, это так называемая школьная близорукость. Люди среднего возраста, это сейчас проблемы называются так, синдром сухого глаза, зрительная усталость, компьютерный синдром, ну, так называют, астенопия, это зрительная усталость, астенопия. Люди старше 40 лет, 40-45, нужно профилактику проводить глаукомы, потому что это уже сосудистые осложнения. Угу. Зрение снижается за счет сосудистых осложнений. Старше 60 лет, это опять же превалирует глаукома и катаракта. Да? То есть в каждой возрастной группе есть свои риски. И все это начинается с детского возраста. Ну а сейчас век гаджетов, цифровых,
цифровой век, країна в смартфоні. Це дуже удобно. Це дуже удобно. Даже приложення Дія ми вже всі почувствовали на себе, наскільки це удобно. Но ми ж не маємо культури сохранення зрення. Правильно? Тобто все удобно, але не культурно. Але ж багато треба чого зробити в гаджетах. І особливо це стосується тих людей, ну, які не можуть без них жити. Якраз тут хотілося запитати вас, чи можливо, працюючи постійно з гаджетами, але зберегти зір все одно? Можливо. Що потрібно робити? Знаєте, коли... Вообще, я начну так с истории. Человек разумный, он уже больше 200 тысяч лет. Человек разумный, который вообще вот к цивилизации, ну, скажем, 10 тысяч лет. Ну, что мы знаем, Древний Египет и сегодняшние времена. Но всегда были люди, которые там писали, читали. Это были единицы грамотных людей. Все остальные охотились, работали на полях. Они не напрягали зрительный анализатор. И поэтому революция технологическая, которая началась в середине 19 века, наш орган зрения не успевает за технологической революцией, потому что мы еще там, женщины разводят огонь, мужчины ходят на охоту, да, а мы вот уже все здесь. А теперь, если мы возьмем ближайшие годы, когда появился активный компьютер, это середина 90-х годов, 2000-е годы, а теперь у нас появились смартфоны. Это буквально в течение, ну, 7 лет. Дуже швидко, так, да, це з'являється. Очень быстро, да. И если мы говорим о компьютерной технологии, то с компьютером уже нам даже понятно, что нужно. Компьютер должен стоять на расстоянии 60-70 сантиметров. Свет должен, экран не должен быть сильно яркий, то есть где-то частота экрана должна быть порядка 100 Гц. Это можно выставить. Это желательно, чтобы это была плазма или жидкокристаллический экран. Ну, то есть, как бы понятно. Понятно, что взрослый человек может работать 4 часа за компьютером, не более в день. Понятны режимы, как ребенок должен работать, что дети до 5 лет, желательно вообще, чтобы с компьютерами не работали. Дети до 10 лет, это 60 минут в день. Дети до 15 лет, 90 минут. Отработанное, да? Знаете, пані Славно, так бы хотелось, але ж зараз онлайн. Онлайн навчання. И це взагалі поставило людину в рамки. Вона постійно сидить з гаджетами, особливо студенти, особливо школярі старшого віку. Старша школа, вони всі сидять в гаджетах, вони постійно там знаходять інформацію. Вже зараз інакше ніяк. Но это понятно. Поэтому же эти проблемы рассматриваются очень и на офтальмологических конференциях, которые у нас тоже проходят онлайн, и в журналах, и в электронных журналах тоже, там на сайтах, где мы общаемся друг с другом. У нас большая ассоциация, мы входим, наша клиника сотрудничает с Европейской ассоциацией рефракционных хирургов, с детским, есть ассоциация детских офтальмологов. Так, к чему же мы говорим? Если есть возможность детям до 5 лет ни планшеты, ни смартфоны в руки не давать, глаз еще находится в стадии формирования и развития. Как же обезопасить? Есть такое правило, оно уже появилось в последние годы, 20-20-20. То бишь 20 минут работаешь, 20 секунд отдыхаешь и опять 20 минут работаешь. Это взрослому человеку. Хотя бы так. Да. Хотя бы если так. Мы говорим о детях, то у детей все равно соблюдается 60 минут до 10 лет, 90 минут до 15 лет. И свыше 15 лет это 4 часа в день. И нам тоже желательно. Чем опасен смартфон? Если мы компьютер с вами можем выставить на какое-то определенное расстояние и работаем сидя, мы же лежа никак не работаем с компьютером, то со смартфоном это темнота, это вот так, это вот тут, это еще я не знаю где, но это не вот так, да? Угу. Если все-таки это ребенок, и мы как родители хотим, ну или это осознанный уже возраст, да, то что нужно сделать со смартфоном? Его нужно выставить шрифт,
такой, чтобы с 30 сантиметров его было видно. Угу. Ой, я вам скажу, що це вже, мабуть, кожна людина, батьки особливо, мама чи тата, вони всі розуміють, що да, виставляють, дитина ну, не буде. От не буде вона сидіти на такій відстані тримати. Ну, 30 сантиметрів – це от так. Угу. Поставте і так, щоб цей шрифт був виден. Чтобы было хорошее освещение. Сильно яркий экран не может быть, потому что если яркий экран и темная комната, вы, ну, наши телезрители, я думаю, что большинство ощущали, когда яркий экран, темная комната, глаза просто слезятся, резкая боль в глазах, потому что ну, не выдерживает такого потока синего света, потому что и основной поток, световая волна, которая идет от экранов, будь то компьютер, телевизор или гаджета, это волна синего цвета, которая очень стрессово действует на пигментные эпители и сетчатки. Все взаимосвязано. Поэтому не просто пересыхает там глаз, но еще и вредное действие. Не успевает пигментные эпители ну, как бы обновляться. Поэтому 30 сантиметров, хорошее освещение и 20-20-20, то есть 20 работаем минут, 20 секунд отдыхаем. Есть еще одно правило, такое как бы хочется запомнить, я говорю 1-2-10. 30 сантиметров смартфон, 60 сантиметров компьютер и 3 метра телевизор. Угу. Вот, вот два правила, их просто нужно ну, хотя бы запомнить, и, а детей нужно выводить на свежий воздух. Так, звичайно, пані Світлана, це зараз, мабуть, проблема номер один, коли діти постійно сидять. Вони не просто, вони відпочивають від занять, від уроків, відпочивають іграшками, тими ж самими, на комп'ютері, на телефоні. Вони це наша весь час. Це наша біда, так. І слухатись ніхто не хоче. Вони вважають, що батьки говорять щось не те. Та і взагалі, там інший світ. І спробуй дитину отак от відтягнути. Це взагалі проблема. А вивести на свіже повітря, коли раніше не затягнеш дітей, то зараз це теж проблема. І от з цими декількома проблемами доводиться батькам боротись кожного дня. Ну, я не знаю, можливо, є авторитетні батьки, які допоможуть дітям впоратись з цією проблемою. Але в більшості випадків, мабуть, це так. Пані Славно, скажіть, от як захистити око? Чи є можливості, можливо, краплі, можливо, щось ще для очей, що дає окові можливість не виділяти більше сльози, так? Можливо, більш бути зволоженим? Да. Так. Угу. Я вопрос вас ваш поняла, но знаєте, от давайте скажемо, що правила, о которых ми сказали, вони незыблемы. А потом мы говорим, как нам помочь глазу. Это не защитить. Это нельзя 6 часов сидеть с телефоном и капнуть капли, и сказать, что мне наступит счастье. Так не получится. Еще раз говорю, глаз не приспособлен к этому, он к режиму сегодняшнему он не приспособлен. Если есть жалобы на светобоязнь, рези, покраснение глаз, чувство песка, инородного тела и так далее и тому подобное, да, есть слезозаменители. Их огульно просто так назначать нельзя. Все-таки слезозаменители назначить должен врач. Это однозначно. Поэтому, если такие жалобы есть, то нужно подойти все-таки к офтальмологу, посмотреть, нет ли проблемы со зрением, может, уже развивается близорукость, может быть, нужны очки, ну, и так далее. Потому что сейчас очень модно пойти в аптеку, и в аптеке предлагают слезозаменители. Так нельзя. Должен посмотреть врач, потому что под синдром сухого глаза может маскироваться очень многое. Это и ревматоидные заболевания глаз, это и воспаление века, и сапрофитная флора, то есть стафилококки, там, может быть, грибки какие-то, вирусные заболевания. Это так может начинаться ковид. И капать просто самому себе так нельзя. Добре, що ви сказали, це справді зараз теж проблема. І люди повинні зрозуміти, що самому лікувати себе, навіть якщо це так кажеться, здається, нічого страшного, то так не можна. Нельзя. Поэтому
их большая палитра, и нужно уметь остановиться. Надо подойти к врачу. Если ты режим свой перепрофилировал, и ты соблюдаешь эти правила, если ты 20 секунд отдыхаешь, поклипал глазами, поморгал, слеза пошла, тебе стало легче, ну что ж, все прекрасно, не нужно тогда никаких даже капель капать. Следующий вариант профилактики. Есть, может быть, вы слышали, очки для работы с компьютером. Да? Это не миф, это действительно стекла, даже простые, они отсекают спектр синий спектр света, и глазу действительно легче. Угу. Именно для смартфонов может подойти такой же. Может подойти, потому что это идет спектр, синий спектр мы отсекаем. Угу. Ну, как бы не совсем отсекаем, то, что нужно, подходит, но есть такой. А захист все одно будет? Безусловно. Потом, самое простое, особенно у ребенка, за 2 часа до сна отберите абсолютно все гаджеты. Хотите, идите с ним гуляйте, хотите, выводите с ним собаку, что хотите, то и делайте. Это, конечно, родители должны это понять, потому что вот этот синий спектр, он вообще, есть работы, которые, что синий спектр света нарушает циркадные ритмы. То есть это и бессонница, и плохой сон, и утром ты встаешь разбитый. Вроде как кажется, что глаз это где-то там, а это где-то в другом месте. Человек – это цельный организм. Об этом как раз и говорил Евгений Николаевич, понимаете? Это цельный организм. Поэтому за 2 часа прекратить, возможно, пользоваться очками, которые для защиты от компьютеров. И, конечно же, в питание должно включать в себя фрукты, соки свежие, отжатые. Это черника, это рыба, рацион, это яйцо. Это то, что должно включать в себя рацион. Угу. Это не швидке. Так, невідомо, що так, звичайно, особливо студенти, так, перехопили, десь там прибігли, знову перехопили. Чи... Лучше, знаєте, як, даже студентам, лучше з'їсти одне варене яйцо, кусочек рибки і масло сливочне, ну, то есть, должны витамин А и бета-каротин, он не всасывается в кишечнике человека без употребления жира. Поэтому всегда должно идти что-то, говорят, морковку нужно есть либо с маслечком, либо со сметаной, потому что это на все пройдет транзитом. Этот бета-каротин, ничего пользы никакой не наступит. Треба все це розуміти, звичайно, пані Славно, от ви настільки доступно пояснили зараз усім. Я так сподіваюся, що люди прислухаються і будуть відбирати гаджети у своїх дітей за 2 години до сну, це обов'язково. Та і самі також будуть слідкувати, тому що як дитина може навчитися, коли батьки сидять увесь час з гаджетами? Особливо лежать в спальні, в темноті і продовжують читати телеграм-канали. Так, так, так. Це мережі, це будь-що, там можуть бути і фільми, і все, що завгодно, але ні. От ми повинні дбати про своє здоров'я, про зір. Він же нам повинен бути, так? Він нам потрібен на все життя. І це дуже важко, коли людина погано починає бачити, а ще особливо, коли втрачає зір. А ви сказали, таку статистику сьогодні привели, що просто диву даєшся, як так наше людство спромоглося, вийшли на такий рівень, коли вже так багато людей просто не бачать взагалі. Не бачать і... Вот я говорила, что 2 миллиарда человек на планете страдают, имеют нарушение зрения, а миллиард не имеет медицинской помощи. Вот представьте, 50% людей не имеют медицинской помощи. У них там что-то происходит, до врачей никто не добегает. І от така ситуація. Пані Славно, ну я так сподіваюся, що ми будемо по-іншому ставитись до себе, будемо здоровішими. Хотілося б сказати, що, знаєте, чим відрізняється, ще хотіла от таке сказати, книги від електронної системи, да? Коли є бумага, шрифт дуже чітко виден, він виверен. И глаз его воспринимает по-другому. И когда ты пишешь, ты видишь по-другому. И ты соблюдаешь расстояние, ты вот так никогда ничего не делаешь. А идет мелькание от любого экрана, идет частота мельканий.
И, естественно, глаз все время пытается уловить. То есть получается микродвижение глаза, как такой легкий нестагм, который потом выражается в боли за глазами, головокружение. Ребенок жалуется, мы понять не можем, почему. Мы его ведем к невропатологам и абсолютно не понимаем, что он у нас сидел до ночи и лег в постель вместе со смартфоном. Ну, ось так, про це треба постійно пам'ятати. Я дуже дякую вам, пані Світлано, що ми сьогодні про це все пригадали, спасибо, проговорили. І дуже хочеться, щоб ми всі мали гарний зір, щоб ми бачили увесь світ. Це те, що нам потрібно, нам усім. Ну що ж, залишайтесь з нами, тому що зустрінемось за декілька хвилин. А вам дуже дякую, пані Світлано. Дякую. Все.